Ценз оседлости распространится и на поддержку населения. Такую идею выразила Наталья Комарова на встрече с руководителями социальных учреждений округа. Егорская система поддержки незащищенных слоев населения довольно развита. Причем есть меры, которые действуют только в нашем регионе. По мнению губернатора, справедливо было бы, если эти возможности будут использовать именно югорчане, которые прожили на территории округа не менее 10 лет. Речь идет о 12 видах и мерах соцподдержки. Наработанная в округе искусственная система, мне кажется, справедливо было бы, если бы она использовалась нуждающимися югорчанами, а не теми, кто, может быть, даже специально приезжает, берет все, что ему хочется, и бросает нас, уезжает туда, куда считает нужным и полезным для себя. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.